И мы продолжаем. Повышение эффективности работы полиции и изучение общественного мнения о состоянии правопорядка. С такой целью в Мамлютском районе побывал глава областного полицейского ведомства. Берег Белялов провел личный прием граждан в участковом пункте, ознакомился с готовностью автопарка мамлютской полиции к зиме, а также сотрудников частных охранных организаций. Глава ДВД отметил хороший уровень организации работы районных стражей порядка. Кроме того, Берег Белялов призвал полицейских ответственно относиться к просьбам и проблемам каждого сельчанина.